Всем доброго времени суток, я рад вас приветствовать на канале Владимир Электроник, и сегодня я расскажу об одном интересном приложении, которое подходит к двум смартфонам от Xiaomi, Pocophone F1 и Mi 8. В чем особенность этих моделей, что там есть специальная инфракрасная камера, которая распознает ваше лицо даже в полной темноте. И вот эту функциональность можно дополнительно задействовать в виде инфракрасной камеры. А что, интересно? Об этом приложении я узнал уже достаточно давно, с момента покупки моего Pocophone F1, но на тот момент были необходимы root-права, чтобы его запустить. Сейчас с выходом Android 10 и оболочки MIUI 11 я с удивлением узнал, что это приложение запускается и не требует root-прав. Скачиваем его с Play Market, найти его достаточно просто. После чего в интерфейсе можно выбрать камеру. Это или инфракрасная фронтальная камера, или основная камера. Основная нам не слишком интересна. Можно выбрать для инфракрасной камеры режим записи видео или фото. Максимальное разрешение и фото, и видео 640 на 480, что не очень высоко. Ну, камера, она имеет достаточно мало мегапикселей, чтобы выводить качественную картинку. Далее я приведу несколько примеров фото и видео. Через обычную камеру звук пишется на порядок лучше. Записываю видео на фронтальную камеру Pocophone F1, можете оценить качество. Записываю видео на инфракрасную камеру от Pocophone F1, можете оценить качество. Тестирую камеру в темном помещении. Я сейчас нахожусь в ванной, включаю свет. Тестирую камеру в темном помещении. Включаю свет. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, поставь лайк. Возникли какие-то вопросы, пожелания, переходите в комментарии. Буду рад любому отзыву. Подписывайтесь на канал, если интересует тема умных устройств и гаджетов. С вами был Владимир Электроник. До новых встреч. Всем пока.